Возможно, сегодня китайской письменности так бы и не существовало, если бы еще до нашей эры некий Цанзе, наблюдая за чертаниями природы, не придумал свои первые 500 иероглифов. С тех пор общение у жителей Поднебесной сменилось с узелкового на письменное, и китайский язык стал одним из самых сложных в мире. 请想一想，有谁想回答？有别害怕。 Китайская речь крайне непривычна русскому слуху, поэтому с трудом верится, что язык вообще можно понять и уж тем более на нем заговорить. Но для студентов отделения педуниверситета китайский язык – это обыденность. Они на парах даже умудряются отвечать на вопросы. На наших парах мы изучаем то, что человек может, когда он изучит, он может пойти работать спокойно, да, и воспринимать радио, телевидение, да, общаться в жизни, да, с людьми, которые изучают путунхуа. Мы изучаем путунхуа, то есть это общий распространенный национальный китайский язык. А помимо путунхуа есть еще очень много диалектов. На филологическом факультете педуниверситета по этому направлению учатся больше 70 человек. Это будущие преподаватели китайского в России или русского языка в Китае. Студенты рассказывают, русский и китайский слишком далекие друг от друга языки. Например, о падежах, родах и числах китайцы даже не слышали. Главная сложность для русскоговорящих – произносить слова с нужной интонацией. Ну, например, да, есть 4 разных слова. Это «ма», 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 «ма». «Ма» – это «мама», «ма» – это «трава», «ма» – это «лошадь» и «ма» – это «ругать». По этой же причине легко спутать одинаково звучащие слова, например, «генерал» и «соевый соус» или «бессонница» и «собеседование». Но некоторых студентов ничего не пугает. Нередко они, имея языковое образование, уезжают в Поднебесную, находят там достойную работу и продолжают знакомство с местной культурой. В принципе, китайцы очень громкий народ, и кажется, что если ты с ними в одном помещении, они там на повышенных тонах разговаривают, что-то случилось. И иногда у своих коллег на работе я спрашиваю, вы сейчас поругались все или вы что-то обсуждали, как вы покушали на завтраке? Нет, мы обсуждали погоду, там, грубо говоря. В техническом вузе края есть курсы китайского, правда, обучение там обойдется в копейку. Чтобы посещать занятия, не обязательно быть студентом вуза. Главное – желание. Возрастных ограничений тоже нет. Мне интересно. Я всегда думаю, изучать языки надо, потому что это интересно, развивает кругозор. Ежедневно здесь в разных группах занимается до 10 человек. Читают, говорят и выводят иероглифы. Шан торговля, шан площадь. То есть все вместе это магазин большой, универмаг. Курсы есть для разных групп людей. У нас есть курсы для студентов, для наших. То есть ходят наши студенты с тем, чтобы потом поехать впоследствии и учиться дальше в Китай, продолжать. У нас есть совместные программы магистерские. То есть у них есть шанс выучить китайский язык, допустим, поступить в магистратуру в Китае и учиться там, и получить 2 диплома. Ну и, конечно, изучать китайский можно в частных языковых центрах. Таких в Барнауле немало. А вот специалистов-преподавателей, вздыхают руководители этих школ, по пальцам можно пересчитать. Впрочем, и желающих-то изучать китайский среди взрослых немного. Как правило, это те, кому нужно для бизнеса или переезда. Соотношение изучения языков английский и китайский, это, ну, на мой взгляд, и в моем языковом центре, это 99,1. И в основном это аудитория детская. Дошкольники, младшие школьники от 4 до 6 лет. В китайской письменности, утверждают отдельные источники, до 80 тысяч иероглифов. Их рост обязан интернету, откуда и берутся новые слова, и как следствие их начертания. Однако часто используют всего лишь 3 тысячи иероглифов. Но и этого немало. Оттого-то язык поднебесный для большинства остается недосягаемым. Анна Рашагирова, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.